Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Более 300 лет прокурорские работники верно служат закону и Отечеству. Органы прокуратуры выполняют высокую миссию по укреплению законности, правопорядка, защищают права и свободы граждан, обеспечивая надзор за исполнением Конституции и законов. Опыт, накопленный многими поколениями, богат и многогранен, востребован обществом. Выполняя поставленные перед надзорным ведомством задачи, прокуроры не считаются с личным временем и интересами. Каждый работник своим трудом вносит вклад в укрепление законности и правопорядка, социально-экономическое развитие региона, благополучие его жителей. Приоритетными направлениями надзора являлась работа по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. В целях защиты прав несовершеннолетних, воспитания их правовой грамотности, прокуроры наряду с надзорной деятельностью активно участвуют в жизни учреждений с круглосуточным пребыванием детей, оказывают им постоянную шефскую помощь. Особое внимание в прошедшем году нами уделялось практике личных приемов граждан, в ходе которых люди получают защиту их прав, ответы на самые насущные вопросы. Ключевыми направлениями нашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей, природоохранная деятельность, координация правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Обеспечено участие в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел. Мы обладаем всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно осуществлять надзор за исполнением законов, защищать людей от равнодушия и произвола. Каждый из вас профессионал своего дела, выполняющий честно и безупречно свою работу. Сегодня мы с гордостью вспоминаем наших предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны. У нашего надзорного ведомства замечательное наследие. Прежде всего, хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял, к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и приумножается новыми поколениями прокурорских работников. В этот праздничный день позвольте поблагодарить всех вас и каждого работника в отдельности за плодотворную работу. Уверен, что служба в органах прокуратуры для вас не просто работа, а любимое дело, которому вы себя посвящаете. Коллеги, поздравляю вас с праздником. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, мира, согласия и благополучия.